На всех часах вы можете прочесть. На всех часах вы можете прочесть слова простые, истины глубокой. Теряя время, мы теряем честь, а совесть остается после срока. Она живет в душе не по часам. Раскаяние всегда приходит поздно, а честь на час указывает нам. Протянутой рукой, стрелкой грозной. Чтоб наша совесть не казнила нас, не потеряйте краткий этот час. Пускай, как стрелки в полдень, будут вместе веление нашей совести и чести.